Есть что-то незаконное? Привет, друзья. С вами Влад Морозов и Виктор Попов. Его на лаборатории. Моя лаборатория здесь. Ну покажи. Химическая лаборатория. Это буква П. Это я сразу это пометил. Это П. Я даже не знаю, что мне. Мне принес сегодня это Витя. Я вот не знаю, он сказал, сегодня ты это выпьешь. Нет, П это... Ну, ты знаешь, что такое, да? Я сразу будем пометил. Раскрывать все тайны, конечно. Высыпаем это. Пакетик пригодится. Пакетик. Ставим пакетик. Перемешиваем. А что, тут-то немало воды надо? Немало воды? Нет, сюда так. Как это, как 100 грамм? 150. 150. Как вы догадались, мы сегодня будем заниматься, ну как мы, я, Витя сегодня оператор. Витя уже потренировался жестко, до сих пор спина забита. А у меня будут сегодня ноги. Ну как это, что, аргининчик? Это аргининчик. Как всегда, перед занятиями. У тебя бывает дежавю? Как будто где-то это уже было. Это знакомо. 4 штучки, как всегда. А что, не 5 грамм разве нужно? Или в СССР экономия 4 грамма? Ваше здоровье. Ну что, погнали. Перед занятием всегда мы делаем разминочку. Хоть мы сегодня делаем ноги, все равно. У тебя сегодня ноги давут. Да, сегодня. Че, как будешь? Я уже не буду говорить такое слово бомбить, убивать у тебя. Да. Фишка. Ну а как иначе? Че, какие упражнения? Я какие упражнения сегодня будешь делать? Самые сложные, самые тяжелые. Ну, че, приседа, да, у тебя? В штанга? Жим. А, жим, да? Да. Потом буржак. Присед? Да. Сколько по сколько? Ну, я не имею в виду вес. 4 там по 10, по сколько? 4 по 10, а вес, когда будет секретом, вы увидите все. На 200 сделаем. 200? Перед началом взять разминочку. Потом у тебя будет гак, да? Да. Нет, жим. А, жим. Потом у тебя будет жим. Потом ты будешь как делать, да? Да. Не знаю, я с небольшим весом. Чисто стартно загрести. Хорошего, да, я тоже, кстати, разминаюсь постоянно на этом тренажере. А это. Сколько у тебя в гаке будет упражнений? Ну, в смысле, сколько? Вес? Повторов? Не, вес. 10 раз. 4 по 10? 4 по 10, да. Ногами будет. Че, как у тебя вес? Набираешь? 105. 105? Нормально. Потихоньку, помаленьку, но это... Сколько приемов пищи у тебя в день? Сколько приемов пищи? 6-7. Всегда стабильно 6-7. Сколько углеводов вкидываешь? Ой, считай, я сейчас не заморачиваюсь особо. Там, не считаю, углеводы, белки. Просто упаковка риса. Там сколько? 900? На целый день. Белок, ты сейчас, что у тебя? Мясо или яйца? 10 яиц утром, 10 яиц вечером. 2 творога на ночь. Средняя жирность. Угу. Ну и мясо. 2 упаковки филе в день, да. А это? Это 1,5-2. А яйца ты... Белок. Только, то есть ты... Ну, утром. Животный жир ты это, да? Нет, выкидываешь, утром, да, желток. Штучки 4. Угу. Сам летом там я делаю. В какой категории собираешься выступить на следующий год? Посмотрим, как будет вес, там уже решим. Это будет загадкой для всех, тайной.
чтобы никто не готовился по категории. Ну то есть это у тебя в планах, да, выступить все равно? Конечно. Какие самые часто задаваемые вопросы в зале? Ну, у девчонок, у женщин, у девушек. Лишь бы не перекачаться. А я не буду такой же, как вы, допустим. Или он как тот, допустим, парень. У девчонок так. Понятно. А какие вопросы про питание задают? Ну, такие, в основном. Что спрашивают? Сколько чего есть? Можно ли это? Можно ли то есть? Почему именно это? Все равно, конечно, не все соблюдают это. Они спросят. Ну, некоторые, конечно, там сидят. Но основная часть. С собой это. Не париться, не запариваться. Ребята, мы сделали, значит, я сделал разгибание ног. Да, у меня, да, я даже не записываю это как упражнение, потому что в разминку у меня идет. 4 по 20 сделали, вес был 45. Сейчас будет у меня жим ногами, это уже будет такое же упражнение у меня. Также разминочка. А потом будет уже рабочий сайт. Каким весом будешь работать? Сколько килограмм? Я буду еще разминочка. 200 килограмм разминка. Потом уже будет рабочий. Встретимся, когда будет рабочий. Все, начинается рабочий подход. 8 раз. 300 килограмм будет. 8 раз. 5 подходов по 8 раз. 5 по 8? Жестко. Лень блины снимать, разбирать, мы делаем вот так. Ну что, погнали? На сколько? Пятый подход заключительный. Давай на 10. Влад, Юля, мотивируй его на 10. Ваши
Ваши ощущения? Надо у Юли спросить. Юля. Мне все понравилось. Я видела глаза Влада. Спасибо за помощь. Ну, оставшиеся блины мы убираем. Даже было как-то легко. Ну, так тебя мотивировала такая девушка, конечно. Все, встретимся на следующем упражнении, пока разбираем. Все, ребят, одно упражнение мы уже сделали. Это упражнение как присед. Полкинничком размялся. Сейчас будет рабочий подход. 3 по 80 будет. Сколько килограмм? На 120. А широкая постановка ног? Да, широкая постановка. Ну, сейчас вы увидите, как я приседаю. А ты ремень всегда используешь? Пояс? Да. Поясничный? Да. Ну, колени ты не бинтуешь, да? Быстрее поделись ощущениями. Я бы не сказал, что весело. Я бы не сказал, что это смешно. Это надо просто испытать. Ну так-то прет после подхода. Нормально. Еще 3. Бля, не заебал. Ребят, следующее упражнение. Присед. Разминочка пока еще. Сколько разминочный вес у тебя? Полтинник. 70, и сейчас у меня 90. На сколько? На 5 раз. Я обожаю это упражнение, просто я ж не могу. Очередное упражнение уже. Подгибание ног лежа. Присед уже сделали. Прорабатываем бицепс бедра. Да. Задняя часть у нас, передняя все уже на сегодня. Задняя пошла. 4 по 8. Да, уже вечереет. Вечереет. Да сегодня погода какая-то пасмурная. Уже специально все? Уже все, в шортах не походишь. Только да, в зале. Значит, надо все готовиться к следующему году уже. Прямо начинать сейчас. Да. С сегодняшнего дня. Закупайтесь спортпитом. Да. Не забывайте кушать. Абонемент в спортзал. Да. Успевайте. Что с тобой, чемпион? Вот конец тренировки уже. Уже веселье, уже весело, уже все, настроение.
Да, сил там меньше уже. А как же бета-аланин? Это, кстати, уже не чувствуется. Не чувствуется. Бета-аланина. Чувствуется, что уже жрать охота. Ну что, открой секрет сегодня, под каким тренировочным комплексом ты сегодня занимаешься? Только никому не говорите. Психотик. Да, у нас сегодня психотик. Сколько баллов? По 10-бальной шкале. 10 с плюсом. Реально рабочий, да, притрен? Да. Он того стоит. Это стоящий. Не реклама, это чисто так по-пацански поделились. Да. Это вопрос. Под чем он? Почему он так прет его? Потому что мы маму фармацевт. У тебя. У него мама фармацевт. Что за упражнение ты делаешь? Я думаю, ты сейчас скажешь народу. У меня уже нет разговора. Делись впечатлениями от этого упражнения. Наверное, бицеп бедра кричит караул, да? У тебя как тренировка называется? Узбагойся? Узбагойся. А узбагоительная есть? Да. Чтобы потом узбагоить свои ноги. Мне кажется, это уже не узбагоить. Чем это вы тут занимаетесь? Бодибилдингом. Сейчас что бомбить будем? Убивать. Ты забыл, что ли? Ну слово убивать точно. Сейчас будем убивать плечи, да, вот? Вы думали, это все с ногами? А вот и нет. Ну-ка это. Поиграй мясом, умеешь играть мясом? Не, ну все. Забилось. Короче, это. Как говорится, еще ты в феврале ты покажешь вены, да? Да. Ну что, Влад, поехали? Ну все, сейчас начнем. Задняя дельта. Что это за упражнение, Влад? Задняя. Задний пучок дельты. Разминка идет. Среднюю дельту. Убиваем. Среднюю дельту. Сейчас у тебя рабочий подход, да, будет? Не, разминочный. Да, сейчас ты разминка. Каким местом разминаешься? Сначала пятнашка была, сейчас 22,5. Влад, у нас диджей пришел в клуб. Диджей? Да, музыка стала громче играть, да? Может быть, да. Он по ночам работает в ночных клубах, а днем у нас. Короче, до 9 у вас, а ночью в клубе. Да. Так и происходит. Заточка. Сейчас, значит, винтуемся и ремень одеваем. Влад, делай, Женя страхует. Женя, привет. Че, ты здесь? Здорово.
Здорово, Лёха. Здорово. Ваши ощущения? Все, у меня уже сил нет. Шучу. Ну все, мы уже позанимались. Сейчас пьем. Залятик. О, это сам. Это не реклама, это просто что пьют реальные пацанчики. А что за вкус? Что, бананчик, что ли? Банан? Да. Ну, кстати, это, вот у него вкус, да, у Сана, намного лучше, чем у, в общем, другого прото, антикомпонентного матрикс. Вкус. Намного вкуснее, да, банан? Да. Выпьем. Пока душ, пока то все, 5-10, и можно будет покушать рис с курочкой. Я думаю, я этого заслужил сегодня. Ну а что я могу сказать? Отдыхайте, ешьте больше, спите больше. Будьте счастливы, всем добра, здоровья, всем пока.